Художник Алекс Сена, отправляясь на международный арт-фестиваль из солнечной и теплой Бразилии, в непредсказуемую в плане погоды Россию даже не мог предположить, какие сюрпризы его здесь ожидают. А начались они еще в аэропорту. Я чемпион по трудностям в России. Уже успел побывать в безумных ситуациях. Мне пришлось много ехать, чтобы сюда попасть. Я потерял свой багаж, заболел. Несмотря на свои приключения в России, молодой человек не теряет чувства юмора и обращается к местным жителям с просьбой о помощи. Если вы живете рядом, я был бы благодарен за теплые вещи, перчатки, шапку. Приносите еду, кофе, не дайте художнику умереть. Алексу 27 лет. Искусством граффити он начал увлекаться, когда ему было всего 17. Его стилистические предпочтения – романтический стрит-арт, пример которого украсит фасад дома номер 4 по улице Кутузовская. Алекс отмечает, что эта работа будет сложной, и, скорее всего, ему потребуется ассистент. Уже через 2 недели местные жители увидят визуальное воплощение того, что называют химией между двумя людьми, признается бразильский художник. Так как фестиваль только начался, у нас готов один фасад, вот как раз который мы видим, и художники продолжают прибывать почти каждый день, то есть это будет до конца месяца, и у нас 2 этапа все происходит, то есть первые 15 дней рисует одна часть художников, и следующие 15 дней рисует другая часть художников. Буквально вчера мы начали делать 6 фасадов, и вот как раз Алекс сейчас ждет, когда ему установят подъемник, и он сможет начать работать. Стоит добавить, что Urban Morphogenesis является самым большим фестивалем в мире. Участие в нем до конца августа примут более 60 художников из 30 стран. Работы будут проводиться на 36 фасадах. На их реализацию потребуется 25 тысяч банок с краской. Кульминацией фестиваля станет приезд судей из книги рекордов Гиннесса, чтобы зафиксировать мировое достижение. Мила Тарасевич, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».